Добрый день всем, дорогие друзья. Желаю всего прекрасного. И, конечно, прошлый раз, когда я дал интервью, разговаривал, были какие-то острые вопросы, неожиданно. И, конечно, на них мне было тяжело отвечать, а я искренне от всей души ответил. Вот последний вопрос, который был там, если уходишь из этой жизни и с Богом встретишься, у тебя минута, что ты будешь сказать Богу? Я смотрел это интервью и действительно был прекрасный ответ о том, что я Богу скажу просто спасибо. Спасибо за все. И желание увидеться еще раз с родителями. Больше ничего. Это был искренне, это был правда, но так как я уже 7-8 месяцев назад сказал, написал об этом еще 3 месяца назад, тоже дали интервью. Конечно, это вопросы тоже были острые по поводу коронавируса было. Я ответил, что то, что сейчас происходит. От коронавируса бежать невозможно, дорогие мои друзья. Это нужно иметь хороший иммунитет. И чтобы, когда заразитесь вот этой болезнью, этим вирусом, чтобы ваше тело смогло, ваш организм смогло бороться с этой болезнью. Заразиться это любой, я думаю, это происходит, произойдет однажды. Это неизбежно. Но меры профилактики соблюдайте, и все будет хорошо. Я и очень многих моих друзей уже болели и вылечились. Меры профилактики, я говорю, это не лечение, да? То, что я сам сделаю, я всем вам советую, даже я это приготовил, показал всем. Но тот, кто... Вот даже здесь я друзей вижу, которые сделали уже эту процедуру, и все нормально. Для этого ничего такого особенного не нужно. 2 штуки апельсина нужно, 2 штуки лайма пополам порезать, в кастрюль с водой. Варить надо. Дальше в этом же кастрюле 2 капли масла, эвкалиптовое масло эфирное, да, добавите 2 капли. И 2 ложки сода тоже добавите. И когда кипятит, когда уже пар идет, полотенце над головой и дышите. Конечно, здесь надо организовать, регулировать так газ, чтобы не было кипяток, да, это пар когда сильно, ну конечно, можно ожог получить, это ясно. Поэтому очень тихо сделаем и полотенце над головой и дышим. Дышим этот пар через нос медленно и через рот выдыхаем. Через нос вдох, через рот выдох. Эта процедура сделает 5 минут, 3, даже 3 минуты. 3 минуты через день или в неделю 2 раза у вас будет прекрасный иммунитет, вот борьба с этим вирусом. Вот, а то, кто уже болеет, заразился, ну, сделайте через день эту процедуру. Вирусы, которые будут в все дыхательные пути, они погибнут. И тогда все будет хорошо. Ну, чеснок тоже можно. Чеснок можно кушать. Чеснок, что многие говорят,
пахнет нехорошо. Долго чеснока возьмете пополам. И сделайте мелкий еще можно, вообще четвертак сделать. Ложку в рот, как таблетки, глотайте, сверху стакан водичка. Таким образом изо рта запаха не будет. Чеснок можно. Это те вещи, которые я, да, я уже советовал, дорогие друзья, вот эфир сохраняется, можете смотреть, я не буду все повторить, конечно. Это то, что нужно сделать, чтобы эта корона не заразиться, или когда заразитесь, бороться. И впереди тяжелые времена. И все то, что мы как жили, это все прошлое. Новое все будет новое. Как в новый мир будем жить, в новом мире. И действительно, надо быть готовым, надо уже представить себе, человек является источником негатива, источником болезни. Мы друг друга уже боимся. Маски одеваем, но это же страшно. И поэтому все это происходит почему? У меня есть одна версия о том, что это все земля. Все это природные катастрофы, наводнения, пожары, вирусы различные, это все земля. Хочет как-то выжить, потому что у земли есть миллиарды врагов, это мы с вами, а мы небережно относимся к своей земле. Соответственно, я уже столько лет, 11 лет об этом говорю. Прочитайте книгу, пожалуйста, у меня первую книгу. Даже страница, по-моему, 240. Прямо об этом написано, об этом коронавирусе. Вот ровно 12 лет назад. Я не называл это коронавирус, называл вирус, конечно. Большой вирус еще звал. И, соответственно, то, что происходит, надо и что-то сделать. Поэтому я думаю, что получается, если получается создать сообщество, группу, единомышленников, людей, которые волнуются судьбой нашей земли, людей, которые думают об этом, которые хотят хорошее будущее для своих детей, создаем это сообщество и будем вместе, ну, чистим, помогают. А деревья сажают. И таким образом, знаете, если я что-то полезное сделаю, если вы что-то полезное сделаете, наша земля будет довольна, будет жить дольше. Видит земля, видит, что есть хорошие люди, которые об этом думают, волнуются. Я думаю, что обязательно надо это сообщество сделать, так как уже все, что надо было говорить, я говорил, но никто не слушает. Это слова, но надо в деле, надо что-то сделать. Я постараюсь начинать что-то сделать, чтобы мои друзья знали, от чего можно начинать. Начинаем каждый от самого себя и собирать мусоры, правильно жить, меньше загрязнять природу, вот меньше использовать эту химию, которая каждый день вы используете, я использую, когда мы посуду моем. Все эти химикаты, они идут в землю. Они отравляют землю. Они доходят до воды, которая поверхностная, которая под землей, глубокий слой воды. И все заряжает, заражает. И, соответственно, все вода на земле между собой соединены. Эта земля-то круглая. Давайте как-то вместе. Я скажу, думаю, что сделать правильные советы дам. И от вас
нужно будет, будет соблюдать или нет. Действительно, если мы не проснемся сейчас, будущего у нас нет. Поэтому я думаю, что каждый, который поможет себе, поможет и Земле, и поможет всем остальным. Вот это будет правильно. Такое сообщество я сделаю. И присоединяйтесь, будем помочь сами себе, помочь Земле. Я хотел это сообщить, я сейчас в машине, и здесь интернет не так хорошо ловит, поэтому запросы в прямом эфире не могу отвечать, но в ближайшее время обещаю, ну, найти свободное время с вами общаться, любой темы. Напишите, о чем вы хотели бы со мной общаться, чтобы всем было интересно. Я прочитаю комментарии и об этом буду говорить. Я понимаю, что у каждого есть свои личные вопросы. У каждого есть свои проблемы. Дорогие мои друзья, для этого есть отдельный день, телефон, который можно звонить и со мной индивидуально общаться. А и здесь, когда столько народа, я думаю, что будет правильно общаться о более глобальной теме, которая волнует всех нас. И что будет с нами? И что сделать? Как помочь Земле? Как не заразиться? И каким вообще вы видите свое будущее? И вот это те вопросы, которые, я думаю, волнуют всех. И, соответственно, пожалуйста, пишите тот тема, который, вопросы, которые у вас есть, это комментарии под этим видео. Я прочитаю и в следующий раз, когда выйду в эфир, отвечаю на эту тему. Будем обсуждать это и что сделать. Мы должны ближе стать. Мы должны друг другу дать правильные советы, помогать. Один голос мало чего-то меняет. Но когда мы все вместе, можем и что-то сделать хорошее для себя, для нашего будущего, для Земли. И я всех вас прошу, чтобы внимательно, пожалуйста, думайте, о чем вы хотели бы со мной говорить. Все, что надо было показать, говорить, я все уже сделал. Есть книги, которые можете прочитать. Все там написано, все, что происходит. Поэтому давайте, время наступило, чтобы и что-то сделать полезное. Просыпаться и по-настоящему волноваться наше будущее. Много чего от нас зависит. Никто нам не поможет, если мы сами себе не поможем. Поэтому скоро будут сообщества, но давайте начинаем от того, что создает. Задают вопрос, новая тема, и я буду отвечать, и будем общаться об этой теме только. Это будет очень важно. Это советы скажем, мнение свои скажем, именно по этой теме. Личные вопросы ваши, много из этих вопросов уже не актуальны, дорогие мои друзья. Вопрос идет о будущем нашем, о будущем нашей Земли. Если это не будет Земля, ну, ваши вопросы, соответственно, потеряют свою актуальность. Давайте более глобально подумать, просыпаться и начинать что-то полезное для себя, для близких, для наших окружающих и сделать. Огромное спасибо за понимание. И жду ваши комментарии, и жду, когда вы пишете вот темы, которые, вопросы, которые волнуют, который всем поможет, надо и знать, надо и сделать. Спасибо всем вам за то, что вы есть. Напишите свои комментарии.
И то я вижу, кто-то усердно запросы задает, отправит для общения. Я вам сказал, есть номер телефона, который можете звонить, там сотрудник все вам объясняет, как со мной индивидуально пообщаться. Удачи всем, хорошего поведения и всех благ.